Всем привет, друзья, с вами Авиан. Сегодня я буду проходить, точнее начинать обзор игры Last Day on Earth, то бишь последний день на Земле. И вот, меня похитили сегодня, как бы, мне нужно собрать урожай, и меня выпустят рейдеры. Как бы, это обновление какое-то там, блядь, по счету, не помню. Так, здесь какой-то труп лежит. Заключенный. У него топор был. Там еще труп лежит. Так, я могу проломаться туда. В принципе. А могу отдать урожай. Так, еще просит он. На. Да ты серьезно? Ладно, тогда давайте я проломаю с той стороны. Все, отлично. Так, отлично. Сейчас мы посмотрим, что находится здесь. Прикольное обновление, очень прикольное, кстати. Так, здесь есть лут хороший. На всякий случай, вместо птички ягодки понаставлю. Походу, с тем чуваком, он заскриптованный какой-то, и с ним бесполезно будет так бесконечно ему ягодки полить. А здесь что? Сейчас мы его зарежем. Офигеть, он хитрый, он меня лупит. На, блядь, мразь. Чё, серьезно что ли? Я его убил. Так, какие из них лучше? Усиленные штаны? Джинсы лучше, конечно же. Все, короче, я это покрепчал. Сейчас у меня уже есть оружие. Сплэш урон нанести надо ему. Подойдешь ближе, я снесу тебе голову. Давай. Здесь кроссовочки получше будут. Да, здесь все получше будет. Да блин. Так, радио какое-то. Я, короче, захожу в игру такой, как ни в чем не бывало обычно. И тут херак, меня похитили вот эти вот дебилы. Нужно будет сейчас бегать уже. Со мной шутить бесполезно, я так скажу. Так, топоры нам пригодятся еще. Неспроста они так даны. Оружейный стол. Дверца, чтобы сбежать. Я сбегать не собираюсь. Я хочу по щам надавать вот этому придурку. Давайте. Здорово! Чё ты там хотел со мной сделать, а? Ты меня выпустить не хотел, да, отсюда? Так вздыхай же. Забавно получилось очень. Так, сникерсы я переодену. Все отлично. Чё здесь есть? Смотри-ка, похитил меня, еще это что-то выпендривается. А, это вещи, которые у меня в слоте были, я помню, да. Так, жажда, жажда. Не, ну круто, прям, прям вообще круто. Посмотрите, как это настолько эпично сделали, побег типа. А вот ягодки, которые насобирал я. Гвозди соберу. Так. Ягоды тоже соберу, они нужны. Вот они. Смотри-ка, гад какой. Меня взял, отсюда выпускать не хотел. Мы сейчас отсюда сбежим. Старый особняк называется локация. Welcome, да. Задание выполнено. Все, побег.
Так вот, я переместился на свою базу спустя 3 дня. Да, я записывал видео 3 дня назад, которое вы сейчас только что видели, как я сбегал с особняка. Ну так вот, моя база, получается, я ее сейчас буду вкачивать. У меня 29 уровень. В принципе, постоянно на меня зомби нападает, вот эта орда, которая меня уже бесит просто. Сейчас я буду принимать какие-нибудь меры. И вот, сегодня я хочу продемонстрировать такой вот метод. Радиовышка. Хочу построить, посмотреть, что она дает. Построим ее где-нибудь. Где-нибудь. Давайте построим ее где-нибудь вот здесь вот. Ее нужно еще будет собрать. Наглядно. Посмотрим, как выглядит. Батарейки, резисторы нужны. Еще. Болты, батарейки у меня в бункере лежат. Потом. Вот это есть. Болты тоже есть у меня. И, в принципе, если сгонять за батарейками, по шустрику можно будет починить радиовышку. И тогда... А, вот батарейки есть. Одна батарейка. Что там еще надо было? Болты. Да, нужно немножко батареечек, и будет у меня радиовышка стоять. Так. Болты. И 4 нужно батареечки, и будет тогда радиовышка доступна. Пока что я буду вкачивать стены, пол, для того, чтобы сделать себе более-менее базу такую. Вот эта стена, это прослойка между, ну как защита получается от зомби. Такая вот. Можно, в принципе, начинать вот с этого угла, но это уже другая история. Вот так вот сделать. Более-менее, что было. Эту комнату я хочу, честно, вкачать до 2 уровня полностью комнату. Сейчас попробую. Сначала пол нужно будет улучшить. А потом уже идут стены. Но мне постоянно не хватает досок. И вот поэтому приходится как-то крафтить. А если на меня еще выжившие будут нападать, это же вообще жопа мира. Я не смогу никак нормально контролировать игровой процесс. На меня будут со всех сторон нападать, я ничего успевать не буду. И вот так можно психануть и удалить эту игру. Очень легко. Но я никогда не сдаюсь, и поэтому буду играть в нее, пока не надоест. Как играл раньше. Заходим в вольер, который я построил недавно. Требуется щенок. Так, это кто у нас? Щенок овчарки, и это тоже. Давайте будем Джек. Это пацан. Отправить в вольер. А это у нас Юса. Панда. Рысь. Ириска. Муха. Нюша. Пусть будет Нюша. Вот у нас есть 2 щеночка. Им требуется искать мясо, точнее провизию, чтобы они кушали. А их можно будет потом отпустить. Я сейчас в почте проверю, есть ли там чего у меня нет. Блин, семена нужно будет забрать. И сейчас пойду урожай садить. Так, это сюда. А вот это вот сюда. Отлично. Здесь ягодки, в принципе, они не пригодятся больше. Не помешало бы принять душ. И потом в следующей серии я буду заготавливать кучу материалов, чтобы проапгрейдить все стены в доме. В общем-то, заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, продолжать ли мне снимать эту игру, прохождение, всякое такое, фичи, там баги, может быть. Ну, а с вами был Авиан. Всем спасибо за просмотр.